بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وأشرفنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأنا أحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دراجي براتيا поскольку Всевышний Аллах одаляет нас своим самым большим милостью, этот месяц, который пришел к нам, наш любимый пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи ва саллям, через пару дней, иншаллах, мы будем встречать Рабиуль-Ауаль. И поэтому я хотел бы сегодня преждевременно начать коротко о истории нашего любимого пророка Мухаммад, саллиллаху алейхи ва саллям. Когда он родился, как он жил, как он вырос, к чем он призывал и как он покинул этот мир. Наш любимый Мухаммад, саллиллаху алейхи ва саллям, родился в 571 году по христианскому летосчислению. 571 год. И этот год называется годом слона. И причина названия этого года с годом слоном был то, что такой царь по имени Абраха построил Каабу, то есть дом, похожий на Каабу. Он видит, что все арабы крутятся, вертятся вокруг Каабы, до ислама, конечно, в джахилиете, и все возвеличивают этот дом, все делают туда зиярат, все туда приходят с своим торговлей, и он хочет у себя там, в Йемене, сделать такой же дом, чтобы к нему приходили все. И когда он это сделал, один из курайшитов зашел и в этот дом его, и там насорил, накакал, унижая этот его дом. И он поклялся, что он разрушит Каабу. И пришел большим войском, и впереди этого войска был большой слон. Арабы еще не знали, что такое слон, чтобы разрушить Каабу. И называют этот год, когда пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, родился, годом слона. Потому что в этом году, когда наш пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, родился, случился этот случай. И Всевышний Аллах, конечно, не пустил Абрахата разрушить дом. Всевышний Аллах отправил на них птиц, у которых у каждой птицы было по три камня. Два в руках и один во рту. И когда эти птицы кидали этот камень насквозь пробивал того солдата, который пришел вместе с Абрахатом разрушить Каабу. И даже в Коране есть такой сура, Суратуль-Филь. Как мы все знаем, дорогие братья, наш пророк родился ятимом, то есть без отца. Когда отец пошел на бизнес, как бы поехал на заработки, возвращаясь с Медины, он оставляет этот мир. Нашего отца, нашего пророка звали Абдуллах, а мать звали Амина. И поэтому пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, родился сиротой. И у арабов была такая привычка, обычай, что детей не оставляли в городе. Они отправляли своих детей за городом. То есть горные окраинности, местности. Почему? Чтобы там был у них здоровый климат, воздух хороший. А в городе, как мы знаем, всегда пыль, не пыль, туда-сюда, и плохие привычки бывают. И пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, его тоже так же отправляют к Халиме Саадия. Такая женщина. 4 года пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, побыл у нее. Там контракт бывает сначала 2 года. Когда она увидела, что этот ребенок, Мухаммад, саллиллаху алейхи ва саллям, баракатный ребенок, она попросила у матери еще 2 года сверху. Но прежде чем, как закончится время, она попросила у Амины, у матери пророка, чтобы обратно забрать. И Амина говорит: разве ты сама попросила у меня, чтобы его еще 2 года? Зачем ты преждевременно хочешь вернуть? Я, говорит, боюсь, что с ним что-то случится. И когда она настаивала: скажи мне, что случилось там? И она рассказала, как нашему пророку, саллиллаху алейхи ва саллям, первый раз очистили сердце. 2 ангела приходят, забирают сердце из груди, чистят его, то есть такой черствая вещь, шайтанская доля из сердца убирают и обратно сердце возвращают в грудь.
После этого случая Халима боится, что может с ним что-нибудь случиться, и возвращает к матери Амине. Но Амина этим хабаром не удивляется. Почему? Потому что она до этого много чего видела, как при рождении ребенка Мухаммада, еще когда был в утробе своей, она много муджизатов, караматов видела, и она не удивляется этим. Она говорит, я еще больше много чего знаю про него. И когда пророку, саллиллаху ассалям, достигает 6 лет, Амина хочет пойти на зиярат к своему мужу в Медину. Она зиярат делает, и возвращается к пути, когда она возвращается, доходя до места Абуа, она тоже покидает этот мир. И наш пророк, саллиллаху ассалям, становится круглой сиротой 6 лет. Потом опекунство на себя берет дедушка Абдул-Мутталиб. Дедушка тоже очень его уважал, но через 2 года и дедушка тоже покидает этот мир. И дедушка васият делает, завещает, чтобы за ним присматривал Абу-Талиб, дядька нашего пророка, самый старший дядька. Абу-Талиб тоже очень хорошо за ним ухаживал, всю жизнь посвятил Мухаммаду, саллиллаху алейхи, но, к сожалению, он ислам не принял. Там тоже есть свои хикматы, свои мудрости. Если бы он ислам принял, курайшиты сказали бы, он, оказывается, своему племяннику что-нибудь там готовил. После этого, дорогие братья, наш пророк, саллиллаху алейхи, когда ему исполняется 12 лет, Абу Талиб его первый раз забирает с собой в Сирию. У арабов была такая привычка летом ходить на заработки в Сирию, а зимой ходить в Йемен. Поэтому есть и сура «Ли иля фи Курайш, иля фи мрихлята, шита и вассайф», которые кочуют постоянно зимой и летом. Когда наш пророк, саллиллаху алейхи, доходит до Сирии, там уже рахиб Бухайра, священник, который уже читал Библию, читал Таурат, Инджиль, который знал приближение Мухаммада, саллиллаху алейхи, он сразу говорит Абу Талибу, вот этот ребенок не оставляйте здесь в Сирии, евреи его убьют. Этот пророк Ахируззамана. И оттуда даже Абу Талиб из Бусра обратно возвращается в Мекку, чтобы на него не дошло какое-нибудь плохое вещь от евреев. И когда нашему пророку, саллиллаху алейхи, исполняется 25 лет, наш пророк обратно едет в Сирию. Тоже ради бизнеса, но уже этот бизнес был нашей матери, первой женой нашего пророка, саллиллаху алейхи ва саллям, Хадижа. Хадижа была богатая женщина, среди курайшитов, авторитетная женщина, и у нее всегда она отправляла мужиков с бизнесом, с товаром в Сирию. И когда она услышала, что такой молодой человек по имени Мухаммад, из-за того, что он очень верный был, его даже Амином назвали, Мухаммада она отправляет туда. И когда она слышит от него все хорошее, она захотела, чтобы он поженился на ней. Когда пророку, саллиллаху алейхи, было 25 лет, а ей было уже 40 лет, то есть она старше была его 15 лет, она себя как бы, пророка просит она для себя. А у нас обычно бывает мужчина просит девушку, руку женщины. Она наоборот попросила пророка. С этого тоже, дорогие братья, можно взять урок, что женщине тоже можно предложить себя хорошему человеку. Нельзя там считать, о, смотрите, говорит, наверное, какая она бесстыжая, предлагает, говорит, себя кому-то. Наша мать Хадижа предложила себя нашему пророку, когда увидел, что этот пророк Мухаммад саллаллаху алейхи самый лучший из людей. И она же, Хадижа, один из первых, кто принял ислам. Первая женщина, кто принял ислам. Если нас спросят, кто первый принял ислам? Из женщин Хадижа. А из мужиков? Абу Бакр, радуяллаху анху. А из детей? Али, радуяллаху анху. А из рабов? Билял. А из мавали? Заид. Вот так мы ответим. И она же, наша мать Хадижа, родила нашему пророку, саллиллаху алейхи ва саллям, сколько детей?
6. Чуть-чуть уступку сделай. Потому что седьмой ребенок родила Мария Толькебтия. Она родила 6 ребенков. Кто знает детей нашего пророка, саллаллаху салям? Касим, самый большой. Тахир и Абдуллах. 3 мальчика. А девочки? Зайнаб, Рукайя, Умму Кульсум и самая младшая, самая любимая Фатима Туз-Захра. Кроме Ибрахима, все родила Хадижа, радиаллаху та'ала анха. Но, к сожалению, дети нашего пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, мальчики, все умерли еще когда они были маленькими. И хикмат этому что? Чтобы курайшиты не сомневались в пророке, саллаллаху алейхи ва саллям. Может, он требует вот этот, чтобы он был пророком, чтобы у него дети были хорошим финансовом положении, чтобы такое не было. Он для кого это все собирает? Царство, например. Для кого? Нету у него никого, чтобы его отдать, оставить наследство. Чтобы такого тоже не было. Как мы все, дорогие братья, знаем, наш пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, был уммийюн. Что означает уммий? Не знающий читать и не знающий писать. Самый дорогой, самый возвеличенный пророк не умеет ни писать, ни читать. Это почему? Какая же мудрость там? Тоже мудрость, дорогие братья, там, что наш пророк был умный, чтобы курайшиты не сомневались в его пророчестве, чтобы не сказали, ты это все прочел в Торе или Евангелии, оттуда, отсюда ты эту информацию прочел, там что-то поменял, и сейчас ты хочешь какую-то новую религию сделать. И он может спокойно сказать, я не умею читать, я не умею писать. Вы что от меня хотите? И пророк, саллаллаху салям, пришел с Кораном, который призывает их каждого из этих курайшиты. Какие были в то время? Курайшиты были фусаха, булага, красноречивые. Они могли на ходу привести большой длинный стих, красноречивый такой стих. Вы же, арабы, вы же хвастаетесь, что вы красноречивы. Смотрите вот Коран. Придите хоть одним суратом, хоть одним аятом из Корана, похоже на него. Я уммий, я который не умею читать, не писать. Я пришел к вам с Кораном. Ну, конечно, это не мои слова. Эти слова Всевышнего Аллаха. Вы тоже придите, хоть похоже на него. Они все не смогли и не смогут, как Всевышний Аллах сказал. Они не придут. Не пришли и не придут. Валяну тафалю и не сделают, Всевышний Аллах говорит. И когда нашему пророку, саллиллаху алейхи ва саллям, достигает наш пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, 40 лет, это уже предел разума, предел силы, предел всего, Всевышний Аллах ниспосылает к нему вахью. Ну, вопрос идет, курайшиты же были идолопоклонниками, как мы знаем. Курайшиты рано утром делали своего идола из финика. Обедом они уже начинали голодать. Там кто-то руку откусит, кто-то ногу откусит у своего бога. И вот такие идолопоклонники были. А пророку, саллиллаху алейхи ва саллям, это все не нравилось. Он всегда уходил от курайшитов и уходил в гору Хира. Как мы знаем, кто в хаджи был, есть такая пещера там наверху горы. Всегда брал он с собой провинзию на неделю, на 10 дней вот так. И уходил, делал ибадат, поклонение там. Как он это делал? До нас это не дошло. Какой он намаз делал, какие тасбихи он там говорил, это мы не знаем. Может быть, он делал просто фикру. Как Всевышний Аллах это все создал? Какой же Всевышний Аллах? Он фикру делал. Это его ибадат мы не знаем. Но мы знаем, что он туда ходил, и когда он в гору Хира находился, к нему приходит ангел Джабраиль. Первый раз он к нему приходит в своем облике. Длинный, высокий, между небом и землей. И он его берет и прижимает к себе. И говорит, читай. Мухаммад, саллиллаху алейхи ва саллям, после того, как он его отпустил, после того, как ему было уже трудно, пот у него идет, он говорит, я не умею читать. Он его обратно зажимает и говорит, читай. Второй раз тоже пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, говорит, я не умею читать.
И после третьего ангел Джабраиль сам говорит: «Икара бисми раббика аллази халяк». Читай по имени Всевышнего Аллаха, который тебя создал. И первый аят из Корана, что у нас, дорогие братья? «Икара». Читайте. Всевышний Аллах не сказал: «Молитесь, поститесь, ибадат делайте». Что сказал? «Икара». Читайте. А мы читаем? Вопрос. Уммату Мухаммад, саллиллаху алейхи ва саллям, который на них был ниспослан, «Икра», не читают. Кафиры, китайцы, японцы, другие европейцы, у них везде книги. На остановках, на маршрутках, на автобусах. Они всегда в свободное время не оставляют. Они постоянно читают. А наш урок, сегодня урок мы ставим на следующий урок с того же места, где он поставил сегодня книгу, оттуда он его вытаскивает. И смешно нам еще. Нет что плакать, нам смешно. Первое слово в Коране – «Икра». Читайте. Давайте же, дорогие братья, будем читать в день хоть один листок из Корана. Наша умма, исламская умма, сегодня отстала от других умматов из-за того, что мы вот это первое повеление Всевышнего Аллаха не соблюдаем. Не соблюдаем. Когда в то время европейцы радовались, что вот эти часы из Аравии пришли, вот эта ручка арабская, вот этот фотоаппарат арабская, они гордились. Они гордились, что они умеют писать на арабском. Они друг другу письма на арабском отправляли. А мы сегодня арабский язык не знаем. И мы гордимся, когда у нас часы швейцарские. Мы гордимся, когда у нас куртка итальянская. Машина германская. Это же все от нас, от мусульман пришло. А сейчас почему мы отстали? Из-за того, что они все наши книги на свой язык перевели. Ибн Сина, медицина до 17 до 18 века. Чем лечились европейцы? Нашим Ибн Синой. А сейчас мы что делаем? На трудные операции наших людей отправляем в Израиль, к нашим врагам. В Америку отправляем операцию делать. В Германию отправляем операцию делать. Когда медицина у нас была, они наши книги перевели, потом начали читать, потом начали издавать что-то. А мы начали то, что они издают, кушать. Самое богатое государство, Саудия, Эмираты, свое ничего нету. Свое ничего нету. Все покупают. Деньги есть, зачем делать? А когда деньги закончатся, что будут делать? Итак, дорогие братья, когда нашему пророку не исполнилось 40 лет, Всевышний Аллах не спосылает к нему вахью. И причина, почему ангел Габраил его три раза зажал, чтобы с него вышел пот? Причина в том, что в дальнейшем тебе будет очень трудно. С сегодняшнего дня будет уже тебе трудно. Почему? Потому что он должен быть, убрать это идолопоклонничество, довести ислам до людей. А это нелегкая миссия. И с тех пор пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, начинает призывать к исламу. Но он не мог его выявить, потому что курайшиты, когда с первого раза им говорят, эти все ваши идолы неправильные, приходите на ислам, начали издеваться нами, избивать. И поэтому он тайно, скрытно, поодиночку, одного вытаскивал и ему шархавал, толковал, пока Всевышний Аллах не озарит его сердце. И вот так 3-4 года скрытно призывали к исламу, пока Умар ибн аль-Хаттаб не принял ислам. А Умар ибн аль-Хаттаб, как мы знаем, он был такой зверский человек. Когда он ислам принял, он к пророку говорит, саллаллаху алейхи ва саллям: «Разве мы не правы?» Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям: «Да, мы правы, они на плохой дороге». А тогда почему, говорит, мы должны терпеть и унижаться? Давай, говорит, выйдем. И вышли они все вместе. И с тех пор пошел ислам явно, через 3 года это было. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, в Мекке призывал всех людей. Ходил в Таиф, и мы знаем, как встретили в Таифе тоже его. Направили на него маленьких детей, сумасшедших детей, рабов, чтобы кидать его камнями, пока его обувь не наполнится кровью. И когда он уже от курайшитов ответа не нашел, он начал уже ходить к другим кабилам. То есть во время хаджа приходили в хадж из Медины, из других городов. И он к ним говорил: давайте примите ислам. И на его призыв ответили кто?
Аль-Ансар. Аль-Ансар – это жители Медины. И когда они уже ему сказали, да, мы будем тебе обеспечивать жилье, питье и будем остерегать тебя, сохранять от врагов, и после этого пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, покидает Мекку. Это было после 13 лет вызова курайшитов к исламу. И здесь еще важное событие мы забыли. Когда уже пророку исполнилось 50 лет, покидает его любимая жена Хадижа и его любимый дядька Абу Талиб. И этот год был Амуль-Хузн, пророк его назвал. Год скорби. В этот год пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, почувствовал на своем теле столько унижений, столько обид, которые Абу Талиб за эти 10 лет к нему никого не подпускал. И после этого 3 года наш пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, был окружение. То есть с ним, не только с ним, всем мусульман, которые вместе с ним был, загнали в одно ущелье, с ним ни торговые связи, ни замужество, ни женитьба, ничего с ними общего не было. То есть они были в блокаде 3 года, пока даже мусульмане начали кушать листья деревьев из-за голода. И после этого Всевышний Аллах дает разрешение пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, переселиться в Медину. А в Медине уже он все подготовил, его встречают и начал дава. Но уже мединская дава разная от маккинского. В Мекке пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, всегда лечил что? Лечил акиду, лечил вероубеждение. Убирал от народа все идолопоклоннические их вот это, обряды, все. А решения ибадатов в Мекке не было. Пост, намаз, закат, хадж, это все. Когда было? Только в мединском периоде. Только в мединском периоде. И поэтому, дорогие братья, с этого тоже мы должны брать урок. Когда мы что-то хотим построить, хотим что-то вылечить, сначала не надо туда, на самую верхушку подниматься. Сначала снизу надо лечить это все. Сначала акиду надо вылечить его. Только потом мы будем ахкаму шариа выдавать, выдвигать вперед. И в Медине, дорогие братья, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, прожил 10 лет. И в течение этих 10 лет все ахкамы шариата пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, довез до нас. И Всевышний Аллах ниспосылает суру. «Аль-яума акмальту лакум динакум, ва атмамту алейкум ни'мати, ва радиту лакум ислама дина». Сегодня я вам завершаю вашу религию. То есть, точка. Больше там добавить нечего. Поэтому, дорогие братья, ничего, когда мы Коран читаем, не надо добавлять какую-то букву, не надо убавлять какую-то букву, не надо от себя что-то выдумывать, что-то убирать, добавлять. Почему? Потому что Всевышний Аллах говорит, я все камель сделал, 100% сделал, говорит, эту религию. Все. Вот так коротко я хотел бы сегодня завершить историю нашего пророка, саллиллаху алейхи ва саллям. Арабиуль Ауаль, когда до нас дойдет, иншаллах, он дойдет, там мы и подробнее каждый, как и некоторые истории, будем рассказывать и будем оттуда вытаскивать, шарховать, комментировать некоторые уроки и пользы. Пускай Всевышний Аллах нам даст тауфик, чтобы встретить Рабиуль-Ауаль достойно и читать историю нашего пророка, следовать за нашим пророком, любить нашего пророка и доводить то, что до нас дошло, до других. أقول قول هذا واستغفر الله لي ولكم فيا فوز المستغفرين استغفر الله.